Крупные турниры по вольной борьбе для участников и болельщиков – событие само по себе зрелищное и волнительное. Но когда оно еще и посвящено памяти достойных людей, приходит осознание, что борцы – невероятно дружное и сплоченное сообщество. Кубок дружбы – такое название носит турнир памяти Тимура Шибзухова и Мухтара Сакиева. Всем помогали и учиться, и тренироваться, и приемы подсказывали. К себе домой приглашали всех, кто после соревнований. Абсолютно порядочные и трудолюбивые. И очень хорошо боролись. Шаг до сборной оставался обоим. Основная мысль, которую организаторы вкладывают в турнир, что главная ценность – это дружба, которая рождается на ковре. Эту философию они уже не первый год передают молодому поколению. Несмотря на то, что на ковре бывают очень жаркие схватки, встречи, но самое дорогое, то, что мы выносим с ковра, это те отношения, то братство борцовское, которое формируется именно в ходе этих серьезных и напряженных схваток. Эту мысль они подтверждают делом. Турнир имеет уникальный формат. Районы и города нашей республики собрали команду сильнейших борцов всех весовых категорий. Результат объявляется по результатам всех поединков, каждой из команд. Поэтому поддержка и сплоченность здесь в особом приоритете. В отличие от тех соревнований, где идет личный зачет, здесь ребята учатся поддерживать именно друг друга в команде. Поэтому от победы каждого зависит результат команды. И ребята начинают понимать, что не только от него одного зависит результат, да, и он не только на себя работает, он работает на команду. Призовой фонд турнира – 180 тысяч рублей. Бронзу по результату забрал Абазинский район, серебро – Зеленчукский. Ну а почетное первое место и главный приз в 100 тысяч рублей в честной борьбе завоевали борцы из Ногайского района. Радмир Хасанов, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24.